«Единая Россия» активно оказывает помощь фронту с первых дней специальной военной операции. В первую очередь доставляет то, что может существенно повысить качество быта в полевых условиях. Сейчас это теплая экипировка, обогреватели, термосы, окопные свечи. Кроме того, местные отделения партии постоянно находятся на прямой связи с подразделениями, сформированными из военнослужащих своих городских округов. Это позволило выстроить четкую логистическую сеть. Товары, в которых нуждаются бойцы, доставляются в максимально короткие сроки. При этом в гуманитарных миссиях «Единой России» принимают участие не только члены партии, но и неравнодушные жители, волонтерские объединения, предприниматели.